Все мое почтение, друзья. Сегодня 20 апреля 2022 года появилась информация, что на Пасху церкви не будут работать, как обычно. Пасхальной службы не будет, так как это все связано с комендантским часом, и обычных ночных служб, как это было раньше, не будет. И вот в связи с этим хотел бы поинтересоваться у вас. Вот эта ситуация, то, что отменяются ночные пасхальные службы, то, что такая вот ситуация, не напоминает вам какой-то апокалиптический такой вот ситуацию, такую вот, какое-то признаменование чего-то апокалиптического? Я лично считаю, что мне это очень четко напоминает то, что такое впечатление, что последние дни грядут. Понятно, что это сделано для безопасности людей и тому подобное, но все-таки такой осадочек остается. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях.